Республика Дагестан – регион-лидер в рейтинге самых низких зарплат в России. При этом стоимость минимального набора продуктов здесь составляет 4000 рублей. Так или иначе, по данным Росстата, дагестанцы тратят на еду 54% от своих доходов. Так ли это, узнавали наши корреспонденты в соцопросе на улицах столицы. Больше половины зарплаты. Именно столько дагестанцы тратят в среднем на еду. Показатель один из самых высоких по стране. Сегодня я постараюсь узнать, действительно ли это так и с чем связано. Может быть, дело в больших семьях или в немалой стоимости продуктов? Сколько вы тратите в среднем на еду? Ну, в среднем мы тратим где-то 1015-20. Это в месяц? В месяц, ну, потому что у нас очень много родственников. И родственники, и гости. Мы гостеприимный народ, дагестанцы. Поэтому мы рассчитываем так, чем больше сготовишь, тем лучше, и всех накормишь. Ну, где-то около 25 тысяч, наверное, в среднем уходит на еду чисто. А с чем это связано, как думаете? Ну, с повышением продуктов, наверное, говорю. Все цены поднимаются, а зарплаты также. Ну, примерно 5 на неделю, 5 тысяч уйдет. Ну, если посчитать зарплату, 12-13. Посмотрите сами. Порой даже больше половины уходит на как раз-таки на пропитание, честно сказать. Но иногда, конечно, приходится, наверное, в своих желаниях ограничивать. А с чем вы думаете, это связано? Почему? Ну, как-то незаметно выросли цены, во-первых, на продукты. Мы даже этого не заметили, но подумала однажды, посмотрела, там на многие продукты уже подняты цены. Приходится экономить, чтобы хватило на все. Еще, кроме того, количество детей тоже имеет значение. Все, в чем есть необходимость, мы не все покупаем. Стараемся ограничиться, потому что другие проблемы есть, которых надо решать. Это, наверное, пополам заработной платы. Я даже, ну, как с чем связано? Наверное, с подорожанием, может, продуктов или что-то типа этого. Каждый месяц, я лично не могу позволить каждый месяц. Я покупаю к сезону, каждому сезону, и все.